Тут меня спросили, куда пропали все медиафайлы после перехода на Android 4.2 и выше с более ранней прошивки. Здесь надо пояснить, что если у вас устройство без рута, то выполнение заводского сброса из настроек удаляет все, включая ваши пользовательские данные, музыку там и фотографии. Однако, если ваш девайс рутован, то во время заводского сброса удаляются лишь настройки, а папка «Медиа» остается нетронутой. Однако после перехода на 4.2 и выше файлов не видно, хотя, судя по уменьшившемуся свободному месту, они все еще записаны на девайс. Дело в том, что начиная с 4.2 в Android появилась возможность иметь в системе несколько пользователей. И каждому, разумеется, нужен свой домашний каталог Home. Поэтому внутри папки «Медиа» создаются папки с названием, состоящим из цифры. Первый и, скорее всего, единственный пользователь вашего устройства получает каталог «Data Media 0», а не просто «Data Media», как было раньше. Старые файлы так в корне «Data Media» и валяются. Чтобы вновь увидеть их на своем девайсе, просто перенесите все из «Data Media» в «Data Media 0».